Если у мамы нет ни сил, ни времени для занятий спортом, это вовсе не повод отказываться от тренировки, ведь спортивный зал можно устроить прямо на детской площадке. Пока малыш играет, мама приседает. Делать это можно у игровой стенки или турника. Беремся за перекладину на уровне талии, сгибаем колени, отводим таз назад и выполняем присед. Один подход 10 раз. Игровая стена или турник прекрасно подходит для выполнения упражнения для бедер. Разворачиваемся боком, беремся рукой за перекладину. Отводим левую ногу влево, затем по диагонали. Носок при этом тянем на себя. Повторяем как минимум 10 раз. Это упражнение задействует мышцы бедер и ягодиц. Раз, два, три, четыре. Сгибаем левую ногу в колени и кладем голень на правое бедро. Теперь отводим таз назад и делаем присед. Таким образом можно выполнять приседания или задержаться в этом положении на 30 секунд. Теперь поработаем над икроножными мышцами. Будем делать подъем на носки. Становимся на нижнюю перекладину и поднимаем и опускаем пятки. Подъем на носки – ключевое упражнение бодибилдеров. С его помощью можно придать объем икроножным мышцам. Поэтому чем больше количество повторов, тем лучше. Находим турник повыше, беремся за перекладину и, повиснув, сгибаем ноги в коленях, подтягиваем к животу. Так называемый уголок – одно из самых эффективных упражнений для пресса. Это упрощенный вариант, но если выполнять его во время каждой прогулки с малышом, эффект не заставит себя ждать. Обязательная составляющая любой тренировки – это отжимания. В парке и на детской площадке их можно делать с помощью горки, лестничной дуги, да и просто лавочки. Выполняя отжимания, учитывайте расстояние между ладонями. Если руки расставить широко, увеличивается нагрузка на грудные мышцы. Отжимания с узкой постановкой рук прорабатывают трицепс. Если какие-то упражнения покажутся сложными, продолжайте попытки. Со временем получится выполнить этот комплекс в полную силу. В качестве кардионагрузки обязательно берите с собой скакалку или бадминтон. Так прогулка будет и активной, и полезной.